суп. Смотри, какая красота. Сейчас мы тебе закажем макаронный суп. Нет, я же просто пою. Так, мне надо на ту сторону. Дайте мне машинка. Дай мне. Смотри, сразу. Вот это океан. Посмотри, чертово колесо там впереди океан. Видно. Океан, посмотри. А это река, вот эта большая река. Вон, посмотри, сколько мостов. И там можно въехать сюда, и тут можно въехать сюда. Простите, что сейчас про... Никогда не говоришь... С океаном соединяется, нет? Да. Ну, это, получается, это не столько река. Все. Велосипед. И, пожалуйста, катайся, вышивай здесь. Вот, поехали. Ура! Здравствуй! Здравствуй, Дейтона Бич! Тра-ля-ля-ля-ля. Любимое мое место. Ой, как красивенько. Ты даже дороги, ой, смотри. Ой, как красивенько. А ну, солнышко, небо. Ой, как красивенько. Ты видел нас? Ой, как красивенько. Сейчас мы подъедем к Мейн-стрит. И... Давайте я проеду. Ну, давайте я уже проеду. Спасибо. Спасибо, блин, большое. И вот мы сейчас вот тут на Мейн-стрит свернем. Припаркуемся, если найдем место, припаркуемся прямо возле бич-паркинг. Видишь, бич-паркинг. Фри. Это бесплатно, если ты пойдешь в этот магазин. Карлики. Там тоже все магазинчики. Все такое. Вон церковь дальше. Смотри, какая красота. Вообще, как в кукольный этот пир. Попал. Пир. Нам не этот пир надо, нам другой пир надо. Вот он, нам этот пир надо. Я надеюсь, там будет для нас парковочка. Вот она, Мейн-стрит. Вот тут на этой Мейн-стрит постоянно проходят вот этот байк-вик. Вот туда. Оно все заполнено этими байкерами. Обалдеть, какая красота. Это ты сюда приезжаешь, да? Да, я сюда приезжаю, да. Вот она. Океан есть ли? Итак, мы сейчас попробуем припарковаться здесь. Красное море. Попробуем. Вот она, Мейн-стрит. Опять был на океане. Тихо. Тут надо очень-очень осторожненько. Так, девочки, мальчики, дайте проехать. Ой, смотри, это дороги прям, какие. Я прям целую с ними. Так, вот сюда я могу припарковаться? Могу. А, ля-ля-ля, поехали дальше. Так, если можете, что не припарковаться? Я не умею параллельно парковаться. Руслан, смотри, какая красота. Посмотри, вон он пляж, видишь? Шип, блин. Можно отстегнуться. И сейчас мы пойдем вот на этот пирс, вот, и там ресторанчик. Так, девочка, давай, двигайте булками, давайте. Ну, покушаем, попробуем, да поедем в парк. Теперь вот проблема найти недалеко здесь парковку. Девочка, ты уезжаешь? Да. А там нельзя парковаться. Иди. И вот тут вот аттракционы, особенно вечером, так оно смотрится красиво. А, вот полоска. Нельзя, да. Но мы сейчас где-то припаркуемся, все равно по-любому. Тут, конечно, гонять нельзя, очень осторожно, потому что много туристов могут, пережаренные солнцем туристы, выскочить, и это могут быть проблемы. Ладно, поехали. А там акулы есть? Мы сейчас припаркуемся, там есть парковка общая для торговый центр. Я туда же пешочком пройдем. Не мешает. Ну, откуда я знаю, Руслан? Я бы хотела посмотреть на них. Да ладно тебе, все такие. Так, дети. Вот такой вот крутой поворотик. Так, Руслан, давай, камера работает, тебя люди слушают. Тебе это надо? Думай, я тебе говорила, прежде чем открывать рот, думай, что ты хочешь сказать. Угу. Ну давай, поехали куда-нибудь. Атлантика, видишь? И вот это тоже громадное здание, сюда приезжают и президенты, и всякое разное. Кому что надо, и первые леди, и первые ляди. Леди и ляди. Ресторанчики. Поехали. Посмотри, дороги какие разрисованные. В общем, место, вот сейчас вот открывайте глаза и смотрите, какая красота. Вот она, смотри, какая красота. Смотри сейчас, какая будет красота. Смотри, отель Хилтон. Туда заходишь, гуляешь, хочешь. Там так я все это облазила 1000 раз уже, этот Хилтон. И вот она парковка для всех. Ну, проедемся немножко вот так вот вдоль чуть-чуть. Красиво. И вот смотри, это как-то соединяет, да, видишь, вот он шопинг. Шопинг соединяет вот выход на пляж, вот парковку соединяет. Сейчас мы попробуем. Идите, девочки, мальчики, идите. Или я иду, или вы идите. Или как, кто идет?
Вот такое все яркое. Все, выключаю камеру, все. Здравствуй, Дайтона Бич. Еще аквапарк здесь же тоже. Да, такой детский, так. Прикольный. Заеду. Так, надо билетик взять здесь. Сколько мы тут часов пробудем, нас потом они зачаржат. Давай. Вот так, тикет. А, не могу. Не могу дотянуться. Сейчас. Давай. Открывайся, бляха-муха. Давай, все. Так, открыли. Да. А теперь буду выезжать, я не посчитаю, сколько мы часов здесь просидели. И... Счет принял. Да. Вот, пожалуйста, сделали парк для детей. Прямо здесь же. Круто. Музыка кругом, музыка. Ой, как пахнет едой. Да, only. Что only? Куда only? Нифига себе, посмотри, какую красоту сделали. Его совсем недавно открыли. Посмотри, как здорово. Папа, а что мне сюда не идти? Потому что мы приехали на океан. Все, это ты можешь в любом этом. Можешь любить. Я об океане. Какие молодцы. Маленький такой парк водный сделали. И вон, даже тут есть свое море, вот свои волны. Вон детская еще штучка. Какие умнички, господи. Прямо на берегу океана, вот. И вот тут вон он уже океан там виден. А горки, смотри, какие вон далеко. А большой парк, кстати, не маленький. Ничего себе. Называется Дайтона Лагун. Вот этот вот аквапарк. Вместе с аттракционами совсем. Но мы туда не пойдем. Мы идем на океан. Привет, Хилтон. Любименький Хилтон. Я когда-то там останавливалась. Тра-та-та-та-та-та. Будь здоров. Расти большой, не будь лапшой. Ой, ну какая красота кругом, ложбинка. И вон, кстати, сколько грибов. И вот все это выбрито. Все это выбрито. Тут называют на маникюрины. Тут американцы называют маникюр. На маникюренные газончики. Хотя маникюром... Маникюром, конечно, никто не делал. Но... Там надо было еще в торговый центр. Но мы обратно будем идти. Сюда, прямо. Все такое яркое. Какой въезд тоже красивый. Да. Вот он океан, через дорогу. Мы свернули, это Main Street. Мы свернули вдоль магазинчиков. Идем на причал. Идем кушать, потому что мы голодные. Мы еще не завтракали, уже 2 часа дня. Уже начало 3-го. Я всегда в шляпе, потому что во Флориде надо носить шляпу. Надо обязательно носить очки. Посмотри, какой широченный пляж. Вышечки. Вау, безбрежный. Пляжи просто безбрежные. Посмотри, мальчик, он едет на велике, на каком лежит, ногами крутит. Вот это вот Атлантический океан. Обалдеть, какая красота. Сегодня у нас 13 июля, 2014 год, так на всякий случай. Идем кушать, чтобы голодными не валяться. Пойдем покушаем, а потом пойдем уже немножко позагораем, поплаваем и поедем дальше. Скажи, какая красота, смотри. Похоже туда, смотришь, на Майами, смотришь. Да? Похоже, да. Похоже, да, да. Ну, тоже пляжи такие же, да. Ну, в Майами там единственное, что, конечно, более высокие гостиницы и более... Но, опять-таки, Майами-Бич там нет, там маленький. Сайни-Айленд там, конечно.
том районе уже. Там что-то, да, далеко походит. Да, пляж, да, да. Да, безбрежный пляж, смотришь, смотришь, он, видишь, там вот блюдечком таким закругляется. Вот это я и хотела, мечта. Красота. Вот видишь этот спасатель. А я уже жду, не дождусь, когда пойдем купаться. Жара запарит. Пошли купаться. Пошли кушать или купаться, я не понимаю. Не, ну ты хочешь, не дождешь. Пошли купаться, потом будем кушать. Нет. Ну под не, ну хочет, пошли, пошли купаться. Мы думаем, что под него подставиться. Да, я хочу в туалет приодеть. Ну ладно, тогда я не знаю. Кушать, там в туалет сходимся. А здесь есть переодевалки? Да? Нет. Ну так там тут смотри, отошел в сторонку, переоделся и все. Тут таких кабинок нет, да? В туалете здесь переоденемся и пойдем дальше. Вечно на каких подпорках стоит. И когда шторм, конечно, тут ой-ой-ой. Какая красота. Маме передай привет, скажи, мамочка. Мамочка, привет. Люсик, тебе привет с Атлантического океана. Давай к нам двигай. Да. Я же себе... Говори. Какая она Люся, если она Людмила, я не понимаю. Ну. Люся. Для тебя она просто бабушка. Все, идем в ресторан. У кого-то день рождения, ага. И все официанты всегда аплодируют. Так классно. Мы в прошлый раз тут уже были, тоже у кого-то был день рождения, тоже официанты подходят. И начинаются вот такие вот поздравления. Never crab naked. Никогда краб не бывает голым. Крышу этого ресторана. Быстренько-быстренько сверху еще вот так кусочек пляжика. Но тут жарковато, конечно. Тут много пустых мест, можно было здесь сесть, но действительно очень жарко. Нет, пойдем туда внутрь, под прикрытие стен и всего прочего. Тут я не знаю, что это такое. Это, наверное, катапульта. Садишься и катапультируешь. Классно, как красиво. Ух ты! Вот тут здорово в баре. Вот сам пирс. Там можно рыбку половить. Emergency только. Только emergency отсюда выход. Ладно, сейчас посмотрим. Может, туда вот сядем в уголочек. Может, здесь в уголке будет нормально. Классно, конечно, сидеть на улице вот так. Чтобы ветром продувало. Вечером тут класс. Вечером люди собираются под пивко, зажигается костерчик. И кайфуша. Ой, какое красивое место. Боже, какое красивое место. Супер. Просто невероятно красивое Дайтона Бич. Уже день рождения у кого-то. Такие классные. Молодцы. Вообще пацаны молодцы. Итак, мы сели за столик. Вот здесь вот. Вот мы отсюда сразу видим пляжи. Вот нам дали меню. Я беру вот такой тазик. Тазик целый шримпов. Жареную картошку. Можно взять рыбку. Можно взять вот такие. Вот они все в тазиках подается. Все подается в тазиках. Вот они, возьми ему вот такой вот этот. Это якобы салфетки, на самом деле это вот такое. Тут все вот такое, все. Вот в таких вот ведрах у нас тут вилки, ложки и все это прочее. Ну так по-домашнему, по-простому. Здесь у нас вот Кейп Канаверал, видишь? Порт Канаверал. И мы находимся где-то совсем рядом. А где Дайтона Бич? Нет, мы далеко, далеко мы отсюда находимся. И пошли бары, рабары, растабары. Ура, вкуснотень! И перец в пивных бутылках. То есть все просто. И вот там написано, ешь своими собственными руками. Eat with your hands. Ну что, давай, настраивайся, камера. Итак, нам принесли уже еду. Картошечка наша. Это вот Руслан, вот такое блюдо громадное принесли. А this is for me. It's okay, yeah. Everything is okay, yeah. This is for us, yeah. И нам целое ведро принесли креветок. Креветки и картошка. Guys, enjoy. А дети не?
А слюнячики нам не дали почему-то. Приятного. Мы уже подошли прямо к пляжу. Спустились вот с этого ресторана, в котором мы вкусно так покушали. Опять же, junk food, но тем не менее, все равно было вкусно, когда голодный особенно. Вот тут, конечно, зимой, тут когда сильные штормы, показывают, что заливает вот это все, все, все заливается. Вот кто-то построил такой красивый замок из песка. Класснево, да? А подойти куда в вещах пошла? Давай вещи положим где-то здесь. Вот тут за замком бросим вещи. Вот был прилив. И вот это вот, вот где машина едет, вот аж туда волны шли, вот там мокрый, вот этот весь песок мокрый. И туча опять туча такая страшная идет. Давай, пошел. Вот, смотри, смотри, и вот, смотри, летит. И вот это Baby Bang Basket Cup. 9.99 hot baby. Короче, какая-то реклама какой-то еды. Адрес написан A1A. Классно. Руслан уже побежал. Какая красота. И вот он сидит, спасатель, вот через определенное количество. Да что такое с камерой? Камера, что с тобой? Как же, наверное, ему хочется искупаться, но наверняка он ходит купается, потому что если жарко. Ну скажи, на берегу прохладно. Вот тут на побережье всегда даже не успеваешь заметить, как сгорел, потому что, вон, смотри, пеликаны летят. Посмотри, Наташа, стайка пеликанов летит. Насадные красавцы. Все, все, бросаем, пошли купаться. Короче, мечта моя сбылась, я впервые на океане. Пойду попробую, что это такое. А потом расскажешь, что это такое. Все, короче, мечта моя сбылась, впервые на океане, пойду попробую. Потом скажу, что это такое. Пошел, второй пошел, вперед. Приходится текать, потому что опять вот такая большая туча. Опять пошел ветер, и уже гром гремит. Гром гремит, земля трясется, поп на курице несется. Дело в том, что я много раз говорила, что здесь есть большая вероятность, ну, большая, небольшая, но вероятность удара молнии по человеку такой есть. Это случается, к сожалению, случается. Ну, сказать часто нет. Но случается, поэтому мы пошли прятаться вот сюда. Вот сюда прятаться, потом тут очень красиво, тут вообще невероятное какое-то такое, опять же. Как будто бы в королевстве кривых зеркал. Так что мы сейчас прячемся. Или сейчас пойдет дождь, или сейчас не пойдет дождь. Что-то сверху капает, я надеюсь, не 100 лет. Птицы тут. И после того, как мы вчера поехали, и там, где была розовая свинья, там, где мы хотели покататься на аэрботе, мы видели, как ударило. Вон он рыбку поймал. Малюпусенькую рыбку поймал. Вон он. Вон в клюве у него. Камера, ну что с тобой? Что, не справишься с такой крошкой? Тебе помочь? Все, съел. И когда мы видели, как молния подожгла, от удара молнии загорелась, как сказать, кусты, наверное, можно сказать, и трава. И начался сильный пожар, после этого еще трижды страшно, конечно, что может треснуть молния, и просто может треснуть молния. Смотри, как тут интересно, да, Наташ? Как будто в королевстве каком-то. Давай я тебе фоток наделаю. Ракушки. Я вот какую нашел здесь. Типа мидий что-то. Вон они какие длинные. Они цветущие. Вон они под палец. Под полпальца, вон даже с палец длинный. Ой. И там, наверное, в каждой из них кто-то живет. Вон они какие, вон они заросли. Так интересно. Люди ходят, снимают. О, какие волны. Интересно, очень здорово. Что про океан ты хотела сказать? Я включила камеру. Ты поплавала в океане? Я поплавала в океане, получила большое... Стерла свои ресницы? Да. А что, все черное, да? Не, уже нормально. Вот. Что-то хотела сказать, забыла. Поплавала в соленый? С
соленый океан. Теплый? Теплый, не хотелось вылезать. Но приходится, потому что кучки налетели, да? Тебе очень... Сидела бы и съела. Мокрым мокрые волосы тебя прям к лицу. Здорово. Классно. Я осуществила свою мечту. Но это не последнее. Первый, но не последний. Ну все, теперь живем во Флориде, перебираемся потихонечку сюда. Ой, смотри, я стою с меня. И, там, ага, там, засасывает, да, засасывает. Ага. Не так живу. Засасывает. Что-то хотела интересно сказать. Ну давай. Сейчас надо... И желтые лапки, посмотри, какая красавица в желтых туфельках, в черных чулочках. А ну-ка, кого мы там сейчас? Давай, давай, давай. Охотница, посмотри, какая изящная вся. Да какая чистенькая, да какая беленькая. Ты моя куколка, иди сюда. Опа, рыбку, смотри, смотри, нашла маленькую рыбку, ага. Опа. Ну давай, давай, давай. Ну красавица прямо. Миссис изящества. А ну научи меня так рыбу ловить. Смотри, смотри, смотри. Опа, опа, опа. Америка, Европа. Ты ж моя красавица. Здорово, да? Как она вообще людей не боится? Классно. А там что-то? А? Кого-то там они ловят? Ага, засасывает. Кого-то они там ловят. Наверное, краба. Ага. Боже, как красиво. Ой. Обалдеть. Я сейчас приближу этого. Вон на парашюте летает. Призумлю. Можно арендовать вот такой велик. Так здорово ребеночка посадила сзади. Поехали. Молния видела какая? Надо текать. Потому что там вроде небо чистое. И посмотри, какая молния была. Уходим, уходим, потому что очень страшно, особенно на побережье. Так на чистом небе какая была молния. Ты видела? На чистое небо. Пошли через этот, да пошли. А что не уходит? А он же полетел, сайта. Ага, это тоже эти. Пеликаны. Пеликаны, ага. Что-то не вижу опять, где они? Вон они. Ох, как гремит. И там чистое небо, и только что такая молния прямо до земли была. Удивительно. Патрульная машина. Красная опять. Да что такое камера? Сказилась ты, Шули. Лайфгард. Спасатели. Ну, удивительно, что люди не предупреждают, что надо уходить. Сердечко. Ручку себе вот поцарапала. Напиши привет. Привет, Роберт. Хай, Роберт. Так, хай, Роберт. Welcome to Florida. Sir,
вижу, я написала. А теперь встань, я тебя сниму. И вот как много спасателей. Вот один спасатель поближе к этому. Да что с камерой? Вот один, вот второй флажок, и вот там виден третий через определенное количество, через определенное расстояние. Какая красота! Все, мы уходим. Накупались, назагорались немножечко, совсем капелюшечку пошли, потому что вон она какая активити идет, такая чернота, гремит, гремит, молнии сверкают, нам пора уходить. До свидания, Дейтона Бич. До свидания, Дейтона Бич. А так канат ходит, смотри. Смотри, мальчишкам. Way to go! Вау, ничего себе! Смотри, смотри, опа! Молодец! Вот это да! Вот это умничка! Посмотри, посмотри! Вау, нифига себе! Молодец! Можно, да? А попроси, почему нет? О, ух ты, развернулся. Ух ты, ух ты, ух ты. Молодец, молодец. Вот так вот, вот так вот. Вот умница. Вау. 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 Way to go. Наташа, давай вот тут вот встань. Нужна маечка USA? Хочу маечку, американочку. Ну давай. Тут, кстати, цены невысокие. Тут нормально на пляже. И карты, и тут опять вот эта целая штука. Вон сколько этих детских вот этих игралок, стрелялок, каталок, всего этого прочего, прочего, прочего. Длинное-длинное здание. И тут тоже. А там какая чернота идет. Боже, надо скорее текать. Кусочек, что здесь еще есть, опять же, of duty, ice cream, я хочу ice cream. А, сойди, их же там крутят, переворачивают, бедные. Я могу себе представить. Все, уже остановились, уже все. Их же стреляют с самого снизу, стреляют. Обалдеть, бедные люди. Зато память. И вон, видишь, камера перед ними впереди. Все, что-то я снимает, знаю, эти смотри, перекошенные это лица. Это какой-то, у меня есть такая. Вот эти были кассеты, видеомагнитофон, представляешь? Мы едим мороженое, все уже течет, по ногам текло, в рот не попало. Я там был, мед пиво пил. А, течет. Вон летят с толстыми носами. На белых шортиках шел и нашел, валялась на полу пачка сигарет. Он ее поднял, пошел, мусорник бросил. Вот так все американцы поступают. Если бы я нашла, я тоже подняла и бросила бы мусор. Я когда гуляю с собакой, беру с собой пакет, если я нахожу что-то, ну как все соседи, собственно, так гуляют.
И тоже беру и отношу все это в мусор. Мороженое течет. Вот там амфитеатр. Несколько лет назад тут была встреча с кандидатом в президенты Митт Ромни. Я здесь была тоже. Очередь стояла, хвост. Вот туда аж, до начала пляжа. Я тоже такая дурочка стояла. Мне так интересно. Куда дуля, туда дым. Так и я. Прошли ноги мои. Там душик. А там торговый комплекс. Красивый, яркий. Красота какая, божечки мои. Вот уже камнями что-то выложено, не знаю. А это The Great People of North. Великие люди Северной Америки. Скотт Рассел. Не знаю, кто такие. Ноби Кларк. Не знаю. Я так понимаю, что их уже нет. Да, до 2002 год. Вот они погибли здесь. По всей видимости, здесь на Дейтона Бич они погибли. Вот здесь есть, как я говорила. Вот они все здесь. Они погибли. В этом году тоже погиб какой-то гонщик. Жалко, конечно. И вот им такую стелу соорудили. Вот она, Дейтона Бич. Дик. Жаль. Молодые, здоровые погибли. А вот началось в 59 году. Двенадцать мужчин, которые выиграли так. Но они, по всей видимости, не все, они просто еще, может быть, своей смертью умерли. Хотя, не знаю. Я не могу сейчас сразу это все перевести. Джим Дэвис. Самый старый мотоциклист. Джим Дэвис, 1896-2000 год, 104 года прожил. Дейтона 200, этот мой монумент представлен Дейтоной Бич. Людьми и компаниями, перечисленными ниже, чтобы сохранить память о мотоциклистах. Рейсинг это когда гонки. О, смотри вон этот. Смотри. Дяденька такой с попугайчиком. Катается. Класнево так. И тут тоже вот, чтобы купить этот кирпич на Дейтона Бич, вот обратитесь вот сюда и вы купите, напечатают имя, которое нужно, и вставят сюда. Вот они своих вот этих имеют питомцев и вывозят сюда, и просто людям дают фотографироваться абсолютно бесплатно. И вот тут устраиваются какие-то концерты, представления. И вот начинается торговый центр. Тут тоже ресторанчики, кафешечки и много магазинчиков. Сейчас пойдем посмотрим. Все это на берегу океана. А, как грим. Опять катаются. Смотри, опять. Ого, как высоко. Опять вон они. Как гремит. Ой-ой-ой-ой-ой. Бедные люди. Я не завидую. Пошли прятаться. Пошли. Ой, посмотри, что там творится, посмотри, какое черное небо. Мама моя родная, это ж сейчас что-то будет вообще. Я такого черного неба очень давно не видела. Было черное, но такой черноты. Сейчас как налетит. Ага, как нас сравняет всех с землей. Пошли прятаться по магазинам. Что там творится, вон она какая чернота. Ну, вчера тоже была чернота, но не было ни дождя, ничего. Посмотрим, что сегодня будет. Вот полицейский за собой возит велик. Он хочет на велике покататься, хочет на машинке покататься. Это вот штука соединяет торговый центр вместе с гаражом, чтобы люди дорогу не перебегали. Вау. Красиво. Пойдем пройдемся наверх, посмотрим.
кусочек этой черноты сверху. Так, ну нам туда пока не надо, мы всегда успеем туда пробежаться. Если вдруг что-то начнется, кинотеатр, ага? И океанчик. Тут же все такое яркое-яркое. Не пожалели красок. Ага, кинотеатр и там же пиццерия внутри. Пам-парам-пам-пам-пам-пам. Мы сейчас сверху посмотрим на эту красоту на пляже. Вот куда надо было приходить кушать. Смотри, какая красота здесь. Вот куда надо было прийти сесть пообедать. Мы немножко не туда пришли, не там поели. Вот там вот мы ели на пирсе. Вот это место, да, для еды. Смотри, как здорово. Не жарко, так приятно, ветерочек поддувает. Если бы я не за рулем, я бы сейчас пиво выпила. Несколько минут пляж пустой. Потому что все знают, что на пляже нельзя находиться, когда... Вон, ездят просто по пляжу эти гайды, ну как сказать, гарды, и всех выгоняют с пляжа, потому что действительно есть вероятность, что молния может убить на пляже. Людей просто просят уйти, и вот вообще никого на пляже не осталось. Все спрятались. Под нами ресторанчик. Гремит. Люди убегают, все убегают. Пляж пустой, пошли. Поехали. Вот сюда. О, смотри, как сверкает. Перебегаем, смотри, как сверкает. Вау! Вау! Дождь течет, все, на меня пахнет. Все, дождались. Опа, видела, какая молния была. Ух, какая была молния. Так, спускаемся. Вау. 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 Ух, какой гром. Конечно, все убежали, само собой разумеется. Вон куча автобусов, и люди уезжают. А молнии хлещут. Вау. Да, Дейтона Бич, ты нас встретила сегодня, конечно, такими тучами, но мы хоть немножко успели искупаться, хоть капелюшечку. Так, идем в гараж. Ой, как сверкает. Океана, вот туда, в ту сторону, вдоль океана, по побережью, до Кока-Бич, а там уже свернем на 528-ю трассу и домой. Это у нас какой этаж? Второй, нам надо на третий. Пошли вот здесь поднимемся. Да, да. Пошли поднимемся по этому. Черепахи, тортил. Ой, как прям там сверкануло. Ух, прямо над пляжем. Вот это все парковка снизу. И отель. И дальше, и там тоже вот парковка, несколько этажей. Пошли. Ух, как гремит. Это гостиница Hilton. Аж даже от этого грома даже машины включается сигнализация. Вон дельфинчики.
пол встроенный. Нашла? Ух, красота! Красавица машинка на два человечка. Спортивная, наверное. Хотя, опять же, я не соображаю, спортивная, ну, похоже на спортивную, зад похож на спортивный. И вот, понятное дело, что водный парк сразу всех повыгоняли, потому что нельзя по такой погоде, это чревато. Вообще никого нет, все ушли на фронт, а там все сверкает, вон оно как сверкает. А, мы поехали! Вот набирается вот это полное ведро, а потом, ух, какая молния, вот там только что сверкало. Вот мы как раз сейчас в ту сторону и поедем. Обалдеть. Вот это полное ведро набирается воды, а потом выплескивается на голову. Такой фух. Ну, сейчас не на кого выплескиваться. Вот это все каталки. Вот по ним едешь. А, вон она опять сверкнула молния. Мы даже не переодеваемся, в купальниках так и поедем. Сейчас где-то еще на пляже, если не будет таких молний туда дальше, на юг, мы остановимся и пойдем искупаемся. Так, оп, извините. Флорида, все флоридские знаки. Как же забить? Вау, ничего себе! Обалдеть! Какой был гром, я не успела включить. Я же включила после того, как. Обалдеть! Так, а где она? Я помню, тут видел точно. Какая была молния! Так, осторожно, 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 машина, осторожно! Я еду! Поехали. Так, уезжаем. И кажется, как будто потолок сейчас ляжет на землю. Потолок ляжет на голову. Голова как. Смотри, как прямо рукой вот. А, дотронешься и все. Такие низкие потолки. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Показывает. Да. Спасибочки. Мы туда и как раз таки едем. Спасибо. Объемная. Все хотят уехать, толпа, чтобы выехать, денежку заплатить. Толпа. Как все было ярко при солнце, как все потемнело, стало серым, когда пошел дождь. Да, и так смотрится у нас. Да. Как приехать, столько. Все такое красиво, ярко. Когда не смотрела глаз, смотрю. На, переодевайся. Ну, все можешь мокрые снять, да. Ну и куда ты прешься, скажи, пожалуйста. А если для тебя стукнуло? Опа, ты видела с двух сторон молния? Там арка. Вот такая прям арка была. И тут, и тут. За 5 часов, но это надо. Ну, время мчится, просто мчится.
какая-то девушка валяется. Винхаус. Florida the Highway Patrol is continuing its investigation today into the crash happening on I-95 northbound at mile marker 201 just before 10 last night. Trooper said a man-parked U-Haul truck on the median stepped out of the vehicle to cross the road, walking straight into the path of a 2008 Mazda 722 at the Adams of Melbourne. That man died on the scene, but it is not the reason for him at this time. Думал, поехал. Поворотник включить слабо? Это такая погода, у тебя должны быть полностью включены фары, иначе остановят остров. Ну вообще, он вообще без фар. По закону, если ты уезжаешь в город, да, должен включить еще один фар. Когда темно, либо вот такое вот время, когда солнце. А днем там нет? Ограниченное видимо снег. А в Монтанте там закон. На зеленом пункте обязательно пара. Пара. Ну, понятно, вечером. A1A. Видишь, дорога называется. Сейчас надо включить дистанет. Взял, думаю, потому что я с острова надо выехать. Я когда-то уехала прямо и заблудилась. Что там стоит? Дорога домой, там домой. Нет, назад, назад, не назад. Еще назад. Домой. Она знает. Не надо ничего, она знает. Там у меня забито забрано. Иди нафиг, что убирай. Лучше на юг надо. Наташа, не надо, все на юг. Вот опять видишь это? Ага, парк. Мини-гольф. Ой, смотри, такой же. Он похож. Ну, это мы вообще в другом мире. Похож. Ай, хоп, такой вкусный ресторанчик домашний, вот этот с синей крыши. Смотри, какой носатый стоит. Сплошной нос. Я сразу не поняла. Один нос. Ой, что-то знакомое. Беги, мальчик. Итак, мы остановились под мостом, съехали с этого моста. А, опять молния была? А съехали с моста, чтобы нас шарахнула молния, поэтому съехали. Ну что, зачем ты туда полез? Смотри, это, а я думала, что это потому что лодка прошла. А, залезла в воду. Ой, как здорово. И вот туда можно пройтись, прогуляться. Но нам туда не надо, мы на машине. Так, садимся и пойдем, пошли. А ты в туалет хочешь? Ну, пойдем. Нянька рыбку наловил и уезжает. И мы сейчас это... Так, бегите. Ой, как грохочет. Идите, а я это. Пойдем. А я пойду с той стороны. Поснимаю. Вот я бросила машину на... Сейчас, я думаю, никто внимания не обратит, потому что рядом пустой есть для инвалидов. Инвалидов тут нет. Поэтому я на месте для инвалидов бросила. Так, у нас что здесь?
Ух ты, белые, у нас тут белые киты даже есть. Вот это киты, это киты. Что там, закрыто? Что, нет туалета? И вон сколько для этих. Для рыбаков. Сплошное удовольствие. И вот тут вот спускают на воду свои катерочки, кому кто желает. Махины такие. Хотела спросить. И тут очень много дельфинов, опять же. И тут даже есть и акулы. Иногда сюда заплывают. Редко, но бывает. Ладно, вот все-все в островах. Все. Уходим, отползаем. Наташ, что такое? А кто-то там сидит? Кричит, товарищи, товарищи, товарищи. Эх, товарищи. Иди вон мужской. Идите мужской. Там никого нету? Идите мужской, закрывайтесь вдвоем. Что только там дяденьки никакого не было. А, здорово как. Ну сейчас куда-то Макдональдс заедем, сходим в туалет, ладно. Как здорово. Вот она, Дайтона Бич, вот он, это остров, вот он впереди остался. И мы по вот этому мосту пересекли и оказались уже практически в Дайтоне. Ух ты, там дяденька рисует. Пойду-ка я посмотрю, что он там красоту какую рисует. Ой, как пахнет рыбой. Как пахнет, пахнет рыбой. Ах, как красиво. И вот идешь, 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 и аж туда дойдешь. С моста как капает. Там проливчик. Красота какая. А ну-ка, пойдем посмотрим. Hi, how are you? Hi, how are you? I'm good, thank you. We're just doing a little painting. That's beautiful. This is what she painted earlier when it was pleasant. It's your job? That's your, her job. Your work? Mm-hmm. Wow, you are so talented, like Bob Ross. Right now I'm drawing of what I'm painting what's over there. It's so beautiful. But right now I'm working on that huge cloud right there. You are so talented. Oh my God. It really is. You are down here pretty much all afternoon. And when it was in the morning, it was like earlier in the day when it was prettier and like I was drawing. Oh, this is so beautiful here. Look at how many birds here. Really good. Are you on vacation? No, I'm living in Orlando. Oh, wonderful. Yeah, but I'm from. Вот что я тут тоже нашла. Recreation area. Зона отдыха, можно так сказать. Все, поехали. А то я с дяденькой остановилась разговаривать, и мы так долго с ним разговаривали. Я же думаю, нет, пора уже идти. Едем по воде. Боже, как красиво. Едем по воде. Сейчас подумают, что я какая-то это собираюсь ехать. Мамочка. Я туда ехать не собираюсь, честно. Тут купаются, тут. Не так страшно. Не страшнее, чем в океане. Тут даже белые киты, я прочитала там на этом объявлении. Объявление было, что тут есть белые киты. Вообще удивительно. Тут есть все. Ладно, я вперед, я вперед, я вперед, я вперед, я вперед, я вперед. Это выезд. Выезд из этого парка. Вот под каждым мостом вот такие вот шикарные парки со спуском. Со спуском на воду лодочек. Тихо, 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 тихо. А мы туда еще дальше проедем. Мы еще. А там пляжики даже. Пойдем посмотрим. Что нам домой торопиться? Приехать лечь спать, правильно? Мы покатаемся немножечко. Как я люблю вот так кататься. Посмотри, тоже причал какой. Ай, как красиво. Пошли по лужам. Ай, как красиво. Какая красота. Особенно эти закаты, да? Такие красивые. Ой, как красиво. Дождь прошел, тучи ушли. И вот там под тучами открылись сейчас. Как много. Все это абсолютно бесплатно. Это для людей, кто хочет ловить рыбку. Вот приходите. Welcome to the Port Orange. Causeway Park. Causeway Park. Popularity.
и везде всякое. Но алкоголь, ну, никакого алкоголя здесь, понятное дело, нигде здесь все это запрещено. Вот тут можно посидеть, покушать. Ой, это сидит, смотри, пеликанчик, да? Пеликан, ага, сидит, ага, сушит, сидит, сушит крылья. Красавчик. Маленький пляжик, видишь? Тут можно поплавать. Да, тут, кстати, ага. Ходи, позагорай, поплавай. Это, там должен быть вообще... Здесь тишина такая, можно... Тишина, покой, смотри, как хорошо. Прелесть, какой пляжик. Ну, я бы дальше и вот тут тоже. Вот. А что тут не страшно? В принципе, даже та же океанская вода. Slow speed minimum. А, ну что, Селена, крокодилы же таких не водятся. Не. Ну все, я сама. Вот туалетик же маленький. Вот если хочешь, туалетик сходи. Вот тут вот спускаются на воду эти лодочки. Все, выезжаем. Я не собираюсь поворачивать налево. Здесь совсем безопасно. Я не собираюсь налево поворачивать. Давай. Вон с моста идут. Давайте. А фары слабо включить? По такой погоде. Все. Так, это у нас порт Оранж. Это называется городок. И вот оно, вот он ресторан. Я так... Как я? Мы не будем кушать, но я туда зайду. Какой классный ресторан. А зачем? А там у людей очередь какая. Он прямо на воде стоит. И там тоже буфетик есть. И там можно... Передумали. Тетенька, бросай папиросу. Дай папиросочку, у тебя штаны в полосочку. Ладно, не пойдем мы в этот ресторан в следующий раз. Funeral Home. Вот, здравствуйте, приехали. Похоронный дом. Вот это? Да. Funeral Home. Это что? Нафига нам этот цирк? Да, вот этот. Ой, слушай, даже... Ага. Ты бы не сказала, я приподумала. Вот тут людей сжигают. Как рядом, красиво. Вот, слышишь, кто-то рядом живет. А кто-то рядом живет, вообще, да? Вообще, и покойничков им привозят каждый день. И у каждой... И у каждого дома есть вот такой вот выход на речку. Ну, речка не речка, это все равно это океан. Все равно это океанская вода, там, может, немножко какой-то там речки есть. Ну, парки. Тоже место потрясающее. Лодку подняли, видишь, чтобы никто на нее не это, специальным подъемником. Там кто-то плавает. Сзади меня едут люди, а я себе, слышишь? Сейчас все, извините. Как красивенько, смотри, как красивенько классно. Все. Да, ну конечно, пойдем. Ой, какие пальмочки. Какое место для жизни. Супер. Turn right. Окей. Фокс, лиса. Фокс, это лиса. Поехали. Опа, да, нас уже ждут. Пацаны, что случилось? А проехать нам можно? Или где? Или где? Фаерски. Right. Пожарка. Тут даже машины у них другие пожарные. У нас не такие. Тут они такие более закругленные или более устаревший вариант. Или... Фаерски. Что-то там случилось? Она сказала turn right или left? Right. Ты что сказала? Куда мне повернуть? Right тоже. Не верю.